нас есть раненые. Сегодня в городе Доброполье были проведены совместные учения сотрудников милиции, общественной организации «Патриоты Доброполья» и полка «Азов». Сценарием боевого учения была оборона здания при попытке захвата какими-либо вооруженными группами. Были распределены роли, были поставлены задачи командирам из каждого подразделения, командирам групп. Была проведена эвакуация женского личного состава из сотрудников милиции. Был обеспечен коридор прикрытия от потенциального противника, со всех сторон, которые могли быть задействованы противником для наступления. Также была проведена операция по эвакуации раненых. Случайным образом были определены раненые с разным характером повреждений и ранений. Была оказана первая медицинская помощь и была проведена эвакуация и в безопасную зону. По наблюдению со стороны и по уровню подготовки, можно сказать, что организация была на хорошо. Отлично нельзя поставить, потому что есть некоторые моменты, которые нужно дорабатывать. Для этого учения и проводятся. То есть мы проводим учения, чтобы увидеть слабые места и в дальнейшем их как-то убрать. По этой ситуации, если бы не помощь самообороны, не помощь особо, то милиция захватывается на вас. Единственное, что может мы успеем, это мы можем за 10 минут, мы успеем за 5 минут женщин эвакуировать и все. Значит, Мали, подготовь, пожалуйста, возможность для того, чтобы уничтожать секретные документы. В следующий раз, когда это все будет, значит, чтобы были какие-то газеты или какая-то херня, для того, чтобы мы это зашли, чтобы было это все видно. Я думаю, что наши сотрудники настроены все патриотически и ни в коем случае не сдадут город дел, что они будут отстаивать до последнего.